Подожди. Где я? Подожди, где это? Новосибирск. Четвертая школа. Это же моя школа. Так, подожди. Надо включить свой класс. Подожди, кто стучится? Не знаю. Подожди, надо открыть. Здравствуйте, Наталья Петровна. Где я? Петров, тебя 2 года не было, ты где был? Подождите. Да блин, вы шутите, да? Это же мне снится. Там еще один я. Не-не-не, я отказываюсь. Петров? Я Петров? Да ну нет. Я отказываюсь. До свидания, я тогда пошел в машину времени. Машина времени? Я вижу в машину времени. Ох! Я, кажись... Где я? О, вот это мой класс. Так, подожди. Кто стучится? Сегодня же вроде выходной. Но учиться только на физре. Так. Блин, давай, учительница, выходи. Фух. Петров! Ты где был? Тебя 3,5 года не было. Я же вас уже видел. Только что вот. Что? Так, подожди, все на физре. Надо срочно их тебе к ним отвезти. Ладно, пойдемте, хорошо. Вот как наш зал изменился. Охренеть, зал! Охренеть! Это что за зал такой? Петров, ты где был? Ты где был? Петров, мы за тебя волновались. Тебя твои родители искали. Как так? Ты вообще что? Ты где вообще? Ты откуда вылез? Ты из нашего школьного шкафчика вылез? Такого быть не может. Это, Наталья Петровна, не просто шкафчик. Это машина.